Значит, в первых числах мая группа офицеров тыла была направлена на рекогносцировку местности. Начальник аэродромной службы, начальник автомобильной службы, начальник службы горюче-смазочных материалов, начальник службы авиационного вооружения, начальник противопожарной службы, то есть все службы, которые могли определить и выполнить задание. Задание было одно – определить места для будущего базирования вертолетов для работы на Чернобыль. Те, которые сбрасывали цемент. Это потом, да, для того, чтобы потом вот сбрасывали. Вот эти приземлялись куда-то, они тебе. Чтобы они садились, там же их нужно было. Это я сейчас расскажу. Значит, сели мы в вертолет. Конечно, средств защиты абсолютно никаких, даже ни противогаза, ничего. И а все в чем вы были? Как вы были одеты? А вот так вот, мы были в форме, и все. Первым делом летчик наш летчик провез нас вокруг, сделал круг вокруг реактора. Мы все смотрели в эти в иллюминаторы. Для нас, конечно, было, хотелось воочию посмотреть. Что вы там увидели? Что же? Ну, разрушенный реактор, там что-то какие-то, в основном разрушение. Вот так было вот. Страшно? Я скажу, что даже об этом мы не думали. Не думали, что страшно, или можем мы можем где-то облучиться. Ну, как-то не было абсолютно. То есть вы не понимали, что это, или почему? Нет, понимали, но не было. Ну, долг есть долг. Ну, я не знаю, это может громко сказано, но надо было, полетели. Может быть, не надо было вокруг лететь этого, вокруг реактора. Ну, как это любопытство. Ну вы понимали, преодолел. Что для вас это нанесет вред здоровью? Как бы да, вот вспомните да. себя. Вот понимали, но об этом разговора не было, честно говорю, абсолютно, даже никто ни полслова не промолвил. Да. А вы тогда в звании полковника, да? Да. Вот после облета мы, полетели искать, надо было, во-первых, искать площадку подходящую для базирования, для посадки вертолетов, для подъезда автотранспорта, для размещения личного состава. И чтобы хоть чуть-чуть меньше было радиации, это же тоже было важно. Сделали мы несколько посадок, замеры разные делали там, и, короче, за это время определились, где можно базировать вертолеты. После этого, первые летали наши летчики с Александрии, вертолетчики. Ну, будем говорить так, что первое время не знали, что делать и как бороться с этой бедой. Летчики летели в обычных костюмах, в комбинезонах, без всяких средств защиты. Это ваши были знакомые, я правильно понимаю? Ну, наши подчиненные. Но вы их знали лично? Да, да. Да. Уже где-то третий, четвертый день. Начали подкладывать на сиденье свинцовые подушки. И на живот сюда ложили тоже свинцовые такие прокладки. Это рекомендация такая пришла? Да, потому что не знали, но хоть немножко как-то обезопасить летчиков. На площадках завозили песок и болванки свинцовые болванки. Как доставить, на чем доставить? Нас доставляли на тормозных парашютах. Что такое тормозной парашют? Я уже буду рассказывать, как Юля, вы не знаете, да, так я. Я и буду рассказывать. Ну, парашют, вы представляете, что такое обычный парашют для парашютистов. Так? Ну да. Вот. Для боевых самолетов они садятся, производят посадку с большой скоростью.
для того, чтобы сгасить скорость и чтобы самолет не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, ее как-то нужно уменьшить скорость. Поэтому есть специальные приспособления. Летчик включает, выбрасывает парашют, тормозной парашют называется. Это такой же парашют, только он побольше размером, покрепче фалы, и надувается, и потихонечку сбавляется скорость. Это тормозные парашюты. Вот брали эти тормозные парашюты, насыпали в них песок, бросали болванку туда, свинца, подвешивали на внешние подвески вертолетов. Ну, внешняя подвеска это, ну, если, допустим, вот здесь нужно закрепить как-то, значит, на чем-то, да? Вот там были специальные замки. На них цепляли фалы этих парашютов. Вертолет поднимался, немножко, ну, летчику надо было определиться, потому что болтанка была. Угу. Вот. И после этого летели, вертолеты летели на сторону Чернобыля, угу. В сторону реактора. На третьем, на крыше третьего реактора лежал один из наших полковников. Это наши летчики были из нашего штаба. И руководил по аппарации, руководил левее и правее. А вертолет зависал над реактором и сбрасывал вот этот тормозные парашюты с песком. Туда. То есть прям парашют сбрасывал туда? Да, сам парашют сбрасывал. Там по-другому никак нельзя было. Парашют сбрасывал и улетал, следующий прилетал. И они получали тогда колоссальное облучение? Вот получали облучение. И те, которые лежали на... которые руководили, угу. Тоже получали облучение. Дозиметры были очень примитивные, многие дозиметры не работали. Но, тем не менее, люди работали, и собственно, отказов как таковых не было, чтобы кто-то, допустим, сказал, что я боюсь или я mm-hmm. не хочу этого. Ну, я таких случаев не знаю. Может быть, и были. Я не буду утверждать, но, во всяком случае, на моей памяти такого не было.